Здесь всегда рады гостям. Наринмарский детский дом посетили депутат Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин, советник губернатора Сергей Свиридов, начальник отдела опеки и попечительства Галина Гуляева, а также сотрудники окружной полиции. Они поздравили работников и воспитанников детдома с наступающим Новым годом и 85-летием учреждения. Подробнее об этом расскажем в материале выпуска. В канун Нового года Наринмарский детский дом принимал у себя почетных гостей. В рамках своего визита в Наринмар приют посетил депутат Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин. Он поздравил коллектив детдома, его ветеранов и воспитанников с наступающими праздниками и отметил неоценимый вклад работников в воспитание своих подопечных. Здесь, наверное, нет равнодушных. И быть не может работать равнодушных людей в вашем коллективе. Вот за это вам низкий поклон, за вашу работу. Дай Бог вам всем здоровья в новом году и в будущие годы, чтобы у вас все было в семьях ладом, в ваших семьях, чтобы ладом было, детишки, чтобы они чувствовали себя вот действительно как в родном доме. Те подарки, которые мы с пустыми руками не приходят, все, что мог, я принес детишкам подарки. Дай Бог вам все здоровья и с наступающим вас всех Новым годом. В этом году Наринмарский детский дом отмечает 85-летие. Несмотря на то, что официальные мероприятия, посвященные юбилею, пройдут в начале 2017 года, гости решили поздравить коллектив уже сейчас. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы воспитания в регионе советник губернатора Сергей Свиридов вручил работникам детдома почетные грамоты и благодарности. Начальник отдела семейной политики, опеки и попечительства Галина Гуляева также поздравила коллектив детдома и его подопечных. Главная для нас задача, чтобы каждый ребенок чувствовал себя как дома и найти для каждого ребенка семью. Мы стараемся, мы делаем это. От всей души желаю вам в вашем нелегком труде оставаться на самом деле неравнодушными, добрыми и понимать каждого ребенка. Понимать. А вам, ребятки, я желаю, чтобы вы росли счастливыми, здоровыми и хочу, чтобы у вас все получилось в жизни. Пришли с подарками и представители окружной полиции. Временно исполняющий обязанности начальника отдела по работе с личным составом окружного МВД Вячеслав Аньков зачитал поздравления от начальника полиции Олега Яковлева и передал для ребят билеты на праздничный концерт. Новый год – это праздник волшебника Деда Мороза. Он исполнял наши желания в детстве, потому что верили в него. Главное – верить в сказку, и тогда сказка придет в нашу жизнь. Желаем вам, чтобы в наступающем новом сбылась самая заветная мечта. Всего наилучшего. С наступающим, с Новым годом. И данному поздравлению силами управления мы собрали средства, необходимые на нужды детского дома. И также билеты на театрализованные представления проделки «Серый облак». В завершение праздничного вечера ребятишки из Наринмарского детского дома устроили для гостей праздничное представление, к которому готовились с большим трепетом и волнением. Конечно же, под руководством чутких и внимательных педагогов. Никто не сможет заменить детям родителей, но коллектив детского дома делает все возможное, чтобы эти ребята чувствовали себя любимыми и нужными, ведь это так необходимо каждому человеку. Ирина Нежалова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».